всем хелп. Смотрите, что Максимилиан вчера сделал. Не супер ярко на кухне, и это радует, потому что я обычно заходила вот так вот просто. Короче, долго думала, снимать ли сегодня влог. Сегодня пятница, какое число? 26 число. Сегодня у моей подружки, кстати, день рождения, но она не отмечает, и завтра поедем к ней в гости. Короче, долго думала, снимать сегодня влог или нет. Вот сейчас сидела, прям думала, что я немножко простыла. Я вот лечусь, у меня тут тетралайф, линза, фурацилин, витамин С, короче, сюда куча. Лечимся, вот пьем тетралайф, разводим в соки, потому что без сока он отвратительный. Вот, а что из нововведений у нас? Наконец-то жалюзи повесили. Что из новостей? Потому что последний влог я снимала в понедельник, по-моему. Боже. По-моему, да, уже пятница. Жесть, вообще, как время пролетело, я без понятия. На сегодня есть планы, у меня лежат посылки. Вот с Китая нужно отправить девочкам по почте, потому что все три клиентки были не с Владивостока. К 8, точнее, я еду, девочки, на растяжку. У меня мама просто спортик, она ходит на всякие там студия балета, вот это все, растяжки, вот эти все занятия. И у нее есть пробные занятия, короче. И она нам с подругой предложила, мы как раз с ней думали начать заниматься уже чем-нибудь. Мы с ней вместе ходили в зал и думали начать чем-нибудь заниматься. И вот, короче, решили, что, ну, надо сходить. Сегодня проснулась в 8 утра. Шок-контент, да? Мы с Максимом такие, типа, да, классно, мы проснулись в 8 утра. Причем как бы оба такие бодрые, норм, все хорошо. Можно как будто и вставать с кровати, идти делать, кушать там, бодрствовать, заниматься какими-то делами, всякое такое. Но мы такие что-то подумали, прикинули, взвесили. Ну и такие, какая причина вставать так рано? Ну типа, зачем целегли спать? И меня разбудил курьер, потому что привез посылку золотого яблока. Я вам показывала первую посылку в влоге. И вот мне привезли вторую часть моей посылки, моего заказа. Там шампуньки и диффузер. Вот так вот это делается. Это Citralife. Капается и размешивается водой или соком. Но водой я вообще не смогла выпить. У меня сразу вот так вот. С Максимилианом тоже делаю. И, кстати, стало немного лучше. То есть вчера я еще чувствовала, я была какая-то вялая, какая-то никакущая к вечеру особенно. У меня вчера была встреча по визуалу с Вероникой. Точнее, встреча по моему гардеробу. Она там составила карту. Карту стиля. Потом у меня были брови. Моя подруга была у меня на бровях. У нее сегодня день рождения. Нужно было брови привести в порядок. Вот, я чувствовала какое-то недомогание, короче. На ночь я выпила ринзу, выпила Citralife, хоть он и ужасный, но выпила, и мне немного лучше. То есть я сейчас тоже выпила Citralife. Покушаю, через 2 часа выпью ринзу. Я думаю, что вот за пару дней я восстановлюсь, потому что завтра у меня 5 клиенток по бровям, и мне нужно быть завтра в строю, чтобы быстро всем все сделать. Вот. А сегодня, кстати, после растяжки еще поеду в гости к подружке. Гонять сплетни. Ну, я камеру брать с собой не буду, ни на растяжку, ни к подруге. Я просто поснимаю какие-то кадры на телефон. И, скорее всего, конец влога будет, возможно, какой-то непонятный, может быть, оборванный, а может быть, типа, я сниму его даже заранее, потому что я уеду к подруге, а тут у нас будут гости, Максима, друзья. И как бы, ну, снимать, когда тут будет шум, гам, вот это вот, я не хочу, разве что в ванной, наверное, можно будет что-то снять. Вот, и чё? И мне нужно будет ложиться спать, завтра у меня с 12 работа. Дел кошмар, как всегда. А тебе какой сок? Вишня, яблоко, садовая черешня? Любой. Возьмем яблоко. Обожаю соки с Пятерочки, вот такие. Я их вообще покупаю, постоянно заказываю несколько штук. Вот сейчас мы выпили какое-то там летнее настроение или что-то такое. Очень вкусное вообще. А еще мне нужно с Валберес забрать, мне там пришел гель для бровей. Сегодня по классике на завтрак яичница. Я, короче, на днях наткнулась на сериал с этим, с Серканом Балатом. Называется «Если сильно полюбишь». И здесь, честно говоря, в этом сериале вайб один в один, как «Постучись в мою дверь». И я даже смотрю, там даже некоторые сцены как будто бы повторены. Вот прям один в один. И вот одна серия идет 2:20, представляете? 2 часа 20 минут. Но серии всего 14, ну, считайте, 28 классических. У меня уже 5-я серия, середина 5-й серии. Я еще поставила быстро стирку. Сейчас буду собираться, нужно на почту. Вон у меня там это вот посылки. Симу тоже отправим куда-нибудь. У меня была одна почтовая упаковка большая. Я упаковала одну посылку. Давайте я вам сделаю быстренько обзор золотого яблока. И буду уже одеваться и на почту.
Так, зимние ягоды. Шампуньки вот такие холодные от Matrix. Я вам показывала, что мне приходил такой кондиционер. Я им, кстати, кондиционером уже пользовалась. И мой любимый шампунь для гладкости волос. Мне даже пишут в комментариях, что типа, у меня такие классные волосы. Но сегодня, правда, второй день они не очень классные. Но суть в том, что вот это самый топ, сохраняйте. Нужно пользоваться вместе с кондиционером этой линейки, и будет все супер. Так, я уже подготовила подарочки клиентам. Правда, такая балда вообще. Упаковала девочке заказ. И вот у меня лежат перед носом подарки. И я давай его закрывать. И когда закрыла, увидела, что я забыла положить подарок. Я так расстраиваюсь, когда забываю положить кому-то подарок из клиентов, потому что я понимаю, что это прям очень приятно, что это очень классно. И мне нужна будет сказать, наверное, гигантская почтовая упаковка для отправки, потому что там девочки отправляют швабру вместе еще и с заказом, с вещами, поэтому там, наверное, мне какую-то гигантскую упаковку дадут сейчас на заполнение. На Wildberries забрала вот этот воск, мыло, гель для бровей. Вечером вам покажу, как он. Я уже вернулась домой, отправила посылки, заехала на Wildberries. Сейчас по-хорошему нужно садиться монтировать видео со стилистом, чтобы выложить его сегодня до того, как я уеду. Еще мне нужно отснять кроссы с Poison, распаковку, потому что Максим уже очень ждет эти вещи, чтобы их носить, а я их держу, пока не сниму. Вот, надо снять. Сяду пока за монтаж и попозже буду снимать распаковку. Я уже села за монтаж, у меня есть всего буквально даже не 2 часа, а 1,5, чтобы смонтировать разбор со стилистом гардероба. И нужно прибраться, помыть посуду, собраться на растяжку, поедем. Вот, и сразу после растяжки меня заберет подруга, и я поеду к ней в гости. Поэтому у меня сейчас к вечеру дела просто друг на друге, поэтому монтаж сейчас быстренько делаем. Хорошо, что посылки я уже отправила, и в этом плане я свободна. Я уложилась в 2 часа, я смонтировала, сейчас отсматриваю и параллельно начну подкрашиваться немножечко. Хотя, не знаю. В целом неплохо выгляжу. 7:30, у меня всего час, и через час мне нужно выезжать на растяжку. Сохраняю, загружаю на YouTube. Это все. Видно Максима в зеркало. Было. А, нужно составить бланк заказа, ответить на магазине и буду уже одеваться. Я думаю, что плюс-минус час на подсобраться и так далее у меня уйдет. А, и нужно прибраться, вот что, чтобы Максу придут друзья. А я после растяжки к подрузеньке. Поэтому как-то так. Ходит деловой тут. Идет готовить мальчикам покушать, чтобы они вкусно кушали мясо сегодня. Ура! Смотрела материал, поставила сохраняться уже все. Сейчас быстренько приберемся и будем одеваться. Сейчас 6:47, мне в 7:30 нужно уже желательно вызывать такси. Убираем пока вот туда эту масочку наперед, кондиционер и вот моя бьюти-полка. Диффузор сейчас унесем, это в мусорку унесем. Можно в целом поехать вместе, ты пока вызовешь, пока доедешь до меня и пока доедем до студии. Так, тут убрались. Теперь нужно быстро пропылесосить, потому что сегодня с балкона выносился кафель, там остатки на продажу, и тут немножечко стало грязно. Короче. Вот это у нас гель такой. Обязательно берем фиолетовый. Ой, тут даже в щеточку положили в комплекте. Вот так вот выглядит. Я сейчас сначала пройдусь матирующими салфетками для лица, потому что немножечко у меня уже за сегодня это естественный хайлайтер появился. В общем-то, сейчас я постараюсь как-нибудь поближе показать брови до, потом после. В общем, брови до. Взяли немножечко материала и пошли. Я как рекомендую, сначала положили вот так вот и вот так вот. И теперь вторая. Вторая бровь у меня более проблемная, здесь с кончиком у меня беда. Наносим и прям прижимаем. А так, ну в общем, ширина увеличилась и это круто. Все, идем одеваться. Коробку я выкидываю. Геля этого хватит вообще надолго, и стоит он всего 500 рублей, поэтому... За место всяких пуси, там вот этих вот, эти все гели полная херня, они не фиксируют так, как нужно. Про пуси я слышала уже 500 отзывов, кому-то нравится, но у кого-то легкие брови сами по себе, поэтому их несложно зафиксировать. А мои жесткие, допустим, Art Visage, еле справляются, пуси даже не стала пробовать. А вот именно гель вот этот, когда я для себя открыла, он прям топ. Так, пойду пшикну немножко волосы сухим шампунем и буду одеваться. Ух, хорошо, что...
Хорошо, что вы упали в раковину, боже мой. Я думала, в ванну, и все. И капец какой-то. Казалось бы, можно было бы и помыть голову, но я подумала, что типа зачем, если я весь день дома, я ничего не снимаю, ну кроме влога. Влог это, извините, влог это повседневная жизнь. На растяжку и так волосы будут собраны, а у подруги, ну там уж тем более не нужен никакой макияж, просто пучок и сидим, обсуждаем все и всех. Так, все, пшикаем сухой шампунь на голову, остатки черного шампуня, ну для темных волос в смысле. А так у меня еще есть обычный, но он слишком белым пшикает, что-то до этого у меня такого не было. Так, я прибралась, все сделала, единственное, кроссовки на распаковку поздно я снять, конечно же, не успела, займусь этим уже в воскресенье, потому что завтра у меня вообще куча работы по бровям, и уже, наверное, 6 клиентов, потому что еще моя подруга хочет приехать завтра. Точнее, она, да, она приедет, потому что она записалась еще на ногти в нашу студию. К девочке, у которой я тоже делаю. И потом нужно ехать, наверное, сразу же прям к подруге на новоселье. Ну, либо я успею домой заехать собраться. Короче, все. Супер, видите? Свежая прям. Ура, видео уже загрузилось на канал. Я его быстро оформила. Сейчас, когда буду уже выходить, поставлю обложку и выставлю его, уже опубликую. Подруга забыла мне заранее написать. Они уже подъехали. Я уже форму собрала сейчас быстро. Надеваю свитер. Тут никаких стильных образов речи быть не может, мы никуда не выбираемся, так что просто что напялили, то напялили. Мы уже встретились и идем в студию на растяжку. Купили воды. Тут такая классная раздевалка, посмотрите. Сказали, можно пользоваться всем, что здесь есть. Но мне очень нравится сама раздевалка, интерьер очень-очень красиво. Встретились с подружкой, берем еду. Она там просто добывала ее. В общем, я уже потренировалась. Мне так понравилось. Растянулись, улыбнулись. Такие прям преисполненные. Сейчас будем жрать, пить винишко и болтать. Просто гляньте. Ой, ты посмотри. Густо у нас тут. Нам в студии подарили подарочки. Кремушек для рук и масочка. Сразу вижу, что это все Китай. Заказывают, видимо, чтобы выгодно было дарить. Приятненько, приятненько. Покупки, распаковка, чек, лед. Что у нас? Хлеб. Всем привет! Так, тут у нас анилотти с курицей. Мини-салями. Взяли попробовать филе куриное копченое вот так вот, огурчики, шоколадка, конечно же, груши. А, это наши сейчас на перекус такие суши-штучки завернутые, сырочек и еще одна груша валила. Ну, а пахнет клево. Не знаю, вернусь ли я сегодня домой вообще, у Макса друзья, я тут тоже сейчас на многочасовые сплетни закрываюсь в этом доме. Как бы вообще не знаю, будет ли настроение домой-то возвращаться после такого-то. Может быть, вообще придется тут вообще до утра сидеть, это сюда обсуждать. Кто знает, сколько тут это. Я сейчас по минуту. Не распишу. По секунду распишу. Кто где. Угу. Да-да. Суббота, я вам снимаю концовку влога. А я осталась ночевать у подружки, потому что мы с ней засиделись до 4 утра. Я понимала, что я пока приеду домой, пока умоюсь, помоюсь и так далее. Пока там Максим, у него друзья еще до сих пор сидят. Короче, а мне сегодня на работу к 12 на брови. У меня сегодня весь день клиентки с 12 до 6. И мне нужно быть в строю, поэтому я приняла решение остаться у подружки. Вот сейчас уже
где-то 10 часов утра. Пошла, помыла голову. Попью сейчас чай, буду сушиться. Поэтому я надеюсь, что влог получился длинненький, полненький. А так хотела вам сказать большое спасибо за просмотр этого влога. Надеюсь, влоги вам нравятся. Да. Вот. Так что ставьте пальцы вверх, пишите в комментарии. Всех люблю, всем пока.